Во вселенной Сергея Дроздова паровые машины и другие ретро-технологии не исчезли, а достигли высочайшего развития. Фантастическая вселенная заинтересовала художника еще 10 лет назад. Начинал он с космических кораблей и подводных лодок, затем перешел к одушевленным персонажам. Сейчас в его коллекции сотни необычных кукол. Когда я начинал, они были маленькие, 18-19 сантиметров, так, потом подросли. Почему подросли? Потому что на куклах захотелось сделать оружие, чтобы оно двигалось, чтобы взводилось. То есть в основном вот из-за этого. В маленьких миниатюрах очень сложно. Потому кукла увеличилась до 50 сантиметров. Сейчас она опять немножко, вот коллекция, поменьше стала. Сергей Дроздов – художник, но его материалы не кисти, а натуральные – кожа, дерево, стекло и металл. В основе – запекаемая полимерная глина и набивной текстиль. Сами куклы – не просто экспонаты, это персонажи с неповторимыми историями. На создание одних мастера вдохновили фильмы, на воплощение других – собственное воображение. Бернардо Мартинес – начальник охраны выдуманного короля Тирота. У куклы десятки деталей – ремешки, чехлы, кармашки – все растения. Расстегиваются. Холодное оружие не отличить от оригинала. Им можно даже порезаться. Помимо классических кукол, представлена и коллекция браслетов. Мастер создал ее для рижского дома моды. Каждая деталь аксессуаров изготовлена вручную. Близнецов здесь нет. Среди экспонатов немало работ, которых объединяет общая тема. В их числе серия «Стимпанк в Африке». Ее герои – исследователи тропических лесов. Получилось такое, стоит на цыпочках. Опять же, на костыле, вот он, костыль такой у него, вот, из двух материалов, то есть здесь дерево лоза, здесь идет металл. Сигары скручены из листьев, не из табака, конечно, сигарного, потому что там немножко по-другому. Они скручены из листьев, все как положено, обрезаны, то есть можно поджечь и курить. В художественном музее на Горького, 28, презентовано около полусотни работ автора. Выставка под названием «Сказочная страна синхромеханозия» продлится до 6 февраля. Гостей здесь ждут со среды по воскресенье. Время работы экспозиции с 10 до 19 часов. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.